дорогие братья, разобраться. Ты умный, все видишь, все знаешь. Правильно, батя. А вас на батя, ты разома. Я пришел. Что это? Амангельди. Орец, охотник. Человек бедный, но среди диких людей авторитет. Киргизы, царь и царица, ваши отец и мать. Кто бы из вас отказался защищать хозяйство своего отца, если бы на него напали враги? Вот и царь, батюшка, зовет детей своих защищать хозяйство. Конечно, какое хозяйство без защиты? Это земля без дождя. Ветер подует и все унесет. Призвал он старших детей, русских, и те с радостью кладут головы свои. Пусть же вся молодежь от 19 до 31 года, как один человек, как одна душа, как одно сердце. Это не восторг своей земли, все постятся. Еще, не шумите! Благодарю вас! Киргиз, то скажи мне, государь-император, иди работать, иди защищать свое хозяйство. И я бы с радостью взял лопату и пошел брыть окоп. Но, киргизы, не забывайте, я так же легко могу взять вас силой, как я беру эту фуражку. Позвольте вас спросить, почтенный человек, вокруг чего мы будем рыть окопы? Прошу вас, ваше превосходительство. Вокруг вашего хозяйства. Хозяйство. Вот он какой губернатор. Они отняли нас степь, они угнали нас солончаки. А теперь говорят, иди, Амангельди, защищай степь. Да, ты прав, батя. Они отняли нас скот, а теперь говорят, иди, Серег, защищай наш скот. Они сжали нас, как фуражка, свою губернатору. А теперь говорят, ступай, защищай мне эту фуражку. Нет у меня для тебя защиты, губернатор. Вот я зачем пришел. Ой, батя! Я скоро вернусь.